Подпишись на канал, жмякни колокол и лайк не забудь поставить. Давай-давай! Начнем с первой фотографии. Ульяновский государственный университет, прием документов. Ну, то есть, это здесь главное, что честно все. Давайте дальше, поехали. А здесь, наконец-то, мы знаем, откуда у Спайдермена паутинка. Ну, хотя, как паутинка. Давайте дальше, поехали. 40-й кабинет, исследование мочи, это диагноз. Не смогли открыть банку. Дальше поехали. Я обожаю это объявление. Внимание! Больным, ожидающим приема, просьба не делиться друг с другом симптомами заболевания. Это затрудняет постановку диагноза. Дальше поехали. Друзья, не смотрите это. Это Владимирская область, Судакский район, поселок Воровского. Воровская среднеобразовательная школа. Вот здесь действительно дети сидят от звонка до звонка. Поехали дальше. Кто-то предложил из наших, что это туалет в баскетбольном клубе. Тоже очень удобно. Дальше поехали. Гениально, да, наши строители? Это вот, знаете, это разница между словом «класть» и «ложить». Поехали дальше. Ну, качели для наказанных детей. Детская стена плача. Дальше поехали. Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть. Ну, здесь без комментариев. Аптека работает, стучите. Поехали дальше. Ну, это реально рулетка, 50 на 50. Видите, решетки, оттуда не выйти еще, раз уж пришел, все. Ну все, удачи вам, давайте. Дальше поехали. Ты задолбал своим сверлом, в обед не сверли, пожалуйста, дети спать ложатся, чтоб ты сдох. С уважением, жильцы этого подъезда. Мы еще верхнее слово специально вам не показали, нельзя. Дальше. Креатив в детском саду. Зато, друзья, с самого детства нам говорят, что в носу ковыряться нельзя. Правильно, здорово. Дальше. Ну, это, видимо, в этом же детском саду. Креативный художник ходит, подмечает. Очень весело детишкам. Как это? Больница для оптимистов. Эй! Друзья, спасибо. Присылайте на comedyclub.ru. Всегда будем показывать. Спасибо. Зараспространите это среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.